вообще на свете не сиськи собирает как-то? Блин, могли бы объявить. Да. У нас есть шляпа. Силовый робот утопает в сгущенке. Среди аммонитов сплошные потоки. Муравьиные ходят без остановки. Я сорвал. Не рекламажать, а за ушло.
спокоен. Бегать сержант, информатику ведет Инстаграм. А москвоведение ведет Собян. Религоведение ведет Коран. Трубоглазые жабы искали цезии нашей познавательной свистящего окна. Не спешите уходить, у нас еще очень много интересного. Мы будем играть до вас 3 часа. Программа в двух частях, будет перерыв в середине. Неплохо. Перерывы нужны Шуре.
Песни неподалеку от улицы Советской Армии. Хотелось бы в связи с этим передать привет Александру Медичу. Басы круто. Есть в зале те, кто безответно влюблен. Сейчас будет та песня, которую вам нужно спеть объекту своего воздыхания. И тогда они сразу ответят вам взаимностью. Нам с Шурой это помогло. Потанцевали, теперь
Время медленных танцев. Thank you.
Ты мне Горбачев, а я тебе вроде как Брежнев. Ты словно росомаха в подбурном костюме, но ты забываешь, что я из Сухуми. По взглядам по шибинам я буду собой, как и прежде. Давай завоюем Эладу. Долины Югонта, а может быть даже Канаду. Ты мой гелеричный, моя гитана. Я Кенсиката, поклонник Корана. По взору Кирсена уходим из детского сада. Мониторы чуть-чуть побольше клавиш, можно, пожалуйста? Зал? А, не мониторы, зал. Как вообще в зале слышно? Родина. Шура раздевается. Мне тоже. Нальет. Превратилась лошадь сыра в золом козырь.
высока. А если он забыл, он сделает всем хэ-ха. Кто-то рассеял себя, не верьте в бар. А у него с рождения в тесно квадрата. Он целует руку в связи, как на штат. Как меня отправили в жизнь, все гратотряд. Документальные фильмы смотреть? Да! Да! Какие? Куропаток ничего не сняли, что врете? Я тоже. Может быть, он будет краток, зато он будет
Рок? Ладно, рока не будет. Thank you.
Как-то раз я был в Ленинградской области. Я тоже там был! И как? Блин, я на вашем концерте! Оу. Короче, там было нормально. Во втором отделении. Я понял, что настало время хорта. Yeah.
Чуваки, уйдите со сцены, пожалуйста. Не мешайте.
Вот с левой стороны, с моей стороны говорят, что синт плохо слышно. Кто-нибудь знает тут группу «Лужнецкий метромост» и станция «Ленинские горы»? Для тех, кто не знает, была такая группа, в которой я играл с Ваней Сараевым и Ваней Синтепом. И сейчас мы споем одну песню из репертуара этой группы. Thank you.
Давай на сугробы, кричал детский хор. Зимы и сани тащил за собою. Из гор мы неслись на нем детской гурьбою. Кто там хотел побыстрее? Песня «Буквоед». Образные письма идут на бой, но мы не празднуем. Сегодня выходной, шумит магнитофон. И холодильник пиз, за нами Юникром. И на стиле адрес, и медалях вещаем. Идет автомобиль, за меловой резней. Последует кадриль, сезон летит. И куда не прошел, сына постели. Играя в Малинбон, и тебе не хочется, как говорится, как в Малинбон.
снижаем темпы. В детстве играл в приставки. И чё, как вам подводные уровни? Говно, да. Сейчас, короче, будет такая песня, посвящается всем тем, кто погиб в боях. Там те, кто слышал эту песню, те знают, что в конце там типа хор поет. Так вот, сейчас я сдам 10 листочков, вы их распределите между собой. Только не жадничайте. И в конце, короче, поете.
после двух неприличных контрольных за пустынку бегу я домой, где на смелых приставках консольных я займусь невозможной игрой. Океанские глубины подземелья вызывают меня на дуэль. 5 часов водяного веселья обеспечит мне фюрер Макрей. Лишь слегка окунувшись в пучину, я чуть не был причучен угрём. Фаерболом стреляют дельфины, защищаюсь этим пузырём. Thank you.
наше первое отделение кончается. Но не спешите уходить домой, ведь во втором будет еще круче. Мы узнаем, кто вы по жизни, как вы становитесь властителями Германии, а также кто будет солнечный путь, когда мы просыпаемся. Через 15 минут здесь же!